Здравствуй, дорогая. Здравствуйте. Как тебя зовут? Меня зовут Санья, мне 12 лет, и я представляю Нур-Султан. Прекрасно, замечательно, нашу столицу. Саньюша, ты, наверное, будешь... Что нам показывать? Я буду петь песню Адель «Set Fire to the Rain». Вау, какая серьезная заявка. 10 миллионов. Если выиграешь, на что потратишь? Я бы отправила маму с папой на тур по Европе, а себе я бы купила щенка Тикап. Что это за порода такая? Я собачник просто, такого не слышал. Тут перевод означает чашка чая, что-то такое. В общем, это значит, что она очень маленькая и влезает в чашку. Вау! Я желаю тебе удачи, прекрасные цели. Санья, ты готова? Почти, да. Да, готова. Давай начнем. Желаю тебе удачи. Спасибо. To claim me, it was dark, now it's over, until you kissed my lips and you saved me. My hands, they strong, but my knees were far too weak. Спасибо, Санья. Приступим к комментариям. Ситора, твое мнение? Санья, я тебя обожаю. Все, мне понравилось. Тембр такой интересный, бархатный такой. Спасибо большое. Молодец. Такие, да, есть моментики, так и прям, ух, прям аж. Прям цепляют. Есть такие нотки, которые... сделает очень большое будущее для нее, если она это все правильно будет использовать. Санья, я, наверное, немножечко, совсем капельку, но все-таки разочарован. Хорошо, но не мега хорошо. Я так ждал от тебя супер хорошо. Пришла пора выносить вердикт. Ситора. Она мимишка. Я скажу «да». Спасибо большое. Молодец. Мне понравилось, я говорю «да». Спасибо большое. Я тебе говорю «да». Огромное спасибо. Все-таки в итоге «да». Окей. Спасибо большое. И у тебя 4 «да». Ты проходишь следующий тур. Поздравляю. Спасибо большое. Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.